Ребят, всем привет! Мы с семьей сегодня собрались в Лес Чудес. Сейчас, если получится у нас туда проехать, попробуем, по крайней мере. Сейчас ждем Мишу еще, он сегодня у нас в Лесвянку поехал с классом. Сейчас его заберем и поедем. Чего не включается? Я сегодня такая с косичками тут, косички надела. Вот. Время у нас сейчас 2 часа. В принципе, еще не сильно поздно. Вот мы стоим возле нашей школы. Здесь учатся наши дети, и мы с мужем учились. Я все 11 классов здесь училась, а муж только 11 класс заканчивал. Вот у нас снег, слякоть, лужи. Все, приехали наши ребятишки. Вон, сейчас Мишаня будет. Давай скорее сюда. Давай, поехали. В Лес Чудес. Мы приехали. Лес Чудес, Светлый Яр называется, в экогородке. Мы уже здесь были один раз. Года 2 назад, да? Года 2 назад. Сейчас посмотрим, какие там изменения. Еще тогда он только делался. Посмотрим, что здесь написано. Подождите. Я помню, мы на... Вот, я помню, когда тут только все строили. Какой-то экогородок. Тут, видать, еще и люди живут. Посетители. Раньше было здесь бесплатно, сейчас мы еще не знаем. А нет, написано касса, значит, уже сделали платно. Сашка проснулся. Сейчас Саша сходит, узнает, какие там цены. И можно ли вообще сегодня пройти туда нам. Сейчас последние дни уже каникул, поэтому мы решили с ребятами немножко хоть погулять, выбраться. Все каникулы были дома. Вот только Миша сегодня у нас ездил в лимнологический музей в Лесвянке со своим классом. А так ребятишки дома были. Никуда мы не ездили. Так что если сейчас повезет, мы еще боимся и переживаем, что дождь должен быть в 3 часа. Вот сейчас уже 15:11, но дождя еще пока нету. В общем... Конечно, страшно, когда с малышами. Тут попадешь сейчас в лесу под дождь. Мы тоже, когда были первый раз здесь, и дождь пошел, мы бежали бегом. Хорошо, там была беседочка, и мы там переждали. Но это еще лето было, сейчас там прохладно уже. Ну, может быть, не дождь будет, а как-то снег. Так-то прохладненько на улице. Ну да, но обещали дождь, именно дождь написано по прогнозам, дождь обещали. Посмотрим сейчас. Саша придет, скажет нам, что там вообще. Что ты там смотришь? Смотри, куда машину переставить. А, ну и что сказали? Взрослый 250, дети до 5 лет бесплатно, с 5 лет 150 рублей. А что так дорого? Нет слов. Не знаю, я надеюсь, там сделают что-то шикарное. А это вот мужчина туда едет, нам не туда? Нет, это в экогородок они едут. Где? Да, вон туда он поднялся. А это на сколько зачем? Ничего себе, как дорого стало. А сколько было? Саша, нельзя туда поближе? Грязище там поближе. Я наоборот сюда встал, чтобы он по дороге может пройти более-менее. Наоборот, ты туда подъехал? Нет. Там еще хлеще будет. Здесь мы по снегу. А я белый сапожку.
грязь, видите, какая? Ой. Там где-то показывать надо. Где вход? Там-то дорога хоть не такая грязная, надеюсь. Еще сильнее. Говорят, что там чисто сейчас у людей. Просили вот у девушек, говорят, чисто там. Почище, чем здесь. Мы взяли с собой покушать, вот видите, там ведерочко такое. Бананчики, чай с собой взяли, оладушек напекли. Сашеньке взяли молочко, погреем. И так по-быстрому. Быстренько все скидаю, чтобы было там утром. Все. Ванюха, тебе тоже надо коляску или, я не знаю, санки-то, наверное, еще не приедут. Идем, идем, чтобы мама тут все не увидела. Вот встречает нас вот такой вот лесовичок тут, открытый. Пускает, пропускает нас. Да, вот посмотри, какой из корней. Ну, дерево было раньше. Так, ребят, надо одеть перчатки, холодно. Да, мы вот видим в лесу разные скульптуры. Туда подойти возможности нет, тут огорожено. Там тоже иногда встречаются. Сейчас будем исследовать, я покажу. Дорога так нормальная. Побежали? Ой, куда мы тут побежим-то? Ванюша, ты сейчас как упадешь? Потихоньку пойдем. Что там? Кормушка? Надя увидела кормушку. Вот такие здесь мусорки, уже деревянные. Кормушка вот такая интересная. Подождите, надо кормушку посмотреть. Ну-ка. Видите, как из коры сделана? Такая кормушечка. Да-да, идем дальше. Пойдем, пойдем. Опа, такой мостик Ванюша идет. Так, папа у нас везет Сашу. Сашка, не спит? Где там чудище? Болотные. Лавки-то тут сделаны такие. Это вот эти мечты. А, это не настоящие. 5000 валяется, не настоящие. Ну, не знаю. Папа сомневается. Наверное, не настоящий, там, по-моему, посредине полоска какая-то была. Папа пошел посмотреть. А вдруг настоящий 5000? Ну и что? Да нет, да, он не настоящий. А вот все настоящее, смотри. Как настоящее? Не является платежным средством. Ну ты че, покажи, Надюша. Нет, это не настоящая 5000. Какая же подделка? Кто-то распечатал на принтере дома. Она мокрая. Ой, Ванюш, ну куда? Вон сейчас как пойдет-то с ней? Да, не является платежным средством. А. Да. На-ка, держи-ка денежку. Да Ваня схватил. Сейчас покажу вам снеговичков. Видим. Тоже. Так. Сейчас приблизим. Вот, видите, какие. Вот. Там еще. Там спрятался по центру. Ой, так их тут много. Посмотрите, сколько много их тут стоит. Ой, а скворечников-то сколько. Вон, вон. Здесь тут. Ух ты, ребят, посмотрите. Какие тут можно эти вытворять, лазить. Так, Ванюш, давай сам иди тихонько, мама тут поснимает. Этого не было в прошлый раз, когда мы были. Вот смотрите, какая машина тут. Машина. Ух ты, Миша молоток нашел. Ну-ка, покажи. Миша, покажи молоточек. Где ты там? Вот он, Миша. Вот такой замок тут или что-то, крепость сделали. Вот, дальше здесь, видать, можно кидать какие-то эти снежки играть. О, здесь можно стрелять. Ну, тут ничего такого нету, да со своим надо приезжать. Дальше. Дальше сюда ничего не вижу, только вот замок. Он подсвечивается, видать, ночью тут. Или когда темно будет. Ну-ка, пойдем посмотрим. Тут что? Тут ничего такого нету. Ваня. Ой, Ванюшка, ты сейчас будет падать. Ваня, ты туда не ходи.
тебя. Побудь с папой, Саша, позови его. Алена. Ой, такой замок весь. Слава, аккуратно. Не толкайтесь, ребята. Ну, толкаться-то не надо. Так, я поднимаюсь. Ух ты. Ух ты, как классно тут. Тут вот такие вот молотки или кувалды большие. Ой, наши ребята пошли. А ты Сашу-то где оставил? Я спустилась, и тут ребята нам показывают щиты, мама, щиты. Так, мы идем дальше. Ты бежишь? Так, это кто у нас там на дереве? Аккуратненько только. Тут видишь, всякие палочки валяются. Ух ты! Это что за чудо-юдо? Кто это? Никто еще не снял. Сапожки. Ну, сапожки никто еще не снял с него. Что там? Это у меня какая-то ловушка, какой-то атаман сидит, наверное. Ну это он китаец? Чего сразу китаец? Атаман какой-то? Какой? Вот такой. Вот такой домик в ограде нам. Пойдемте. Ванюша, а ты где там? Ну пойдем. Пойдем, Сава. Ага, там еще и ключики привязывают. Но я вижу ключики там. Ну, какую-то традицию тут устроили. Вешать ключики. Так, мы идем дальше. Никого тут рядом мы не видим. Пойдем, там и Баба-Яга будет. И дом почти бессмертный должен быть. Насколько я помню, был раньше. Оп-оп-оп, Ванюшка у меня тут. Еле успеваем за папой, да? Ваня, ручки можешь в кармашек? Снял варежку. Не хочет в них. Ручки в кармашке можешь спрятать, ладно? Если замерзнет. Мы нашли еще один туалет. Вот, Миша у нас туда уже первый посетитель на сегодня, наверное. Так, все удобненько, в принципе. Это хорошо, что туалет этот есть у людей. Ага, такие знаки нас встречают. Дети кричат, что там дом Бабы-Яги. Ну, бежим. И там кто-то кричит. Кто там кричит? А, Саш? Бабы-Яга. Нет, как будто сова так. У-у-у-у. Песик там? А, там люди. Там тоже посетители. Чего, ты сам пойдешь? А если ты упадешь? Нет. Ну иди сам. Пойдешь сам, иди. Иди к папе. Иди со мной. Иди сам. Качок не поворачивай. Ну, куртку надо другую. Еще не подобрали на зиму. Я вот сейчас нашла ее просто. Да, посетители ходят там с собачкой. Тявкала, наверное. Поэтому показался такой звук странный. Так, уважаемые гости парка, пожалуйста, относитесь бережно к сказочным героям. Не трогайте их руками, они этого не любят. Спасибо за понимание. Ой, где ты, ребенок, вон он? Так, мы пришли к дому Бабы-Яги. Ага, вон там еще какой-то охранничек такой. Вот такая здесь вот ограда нас встречает. Сказочная. Да. Ребята, возьмите на заметку, кому нужно сделать забор. Посмотрите, как просто нужно сделать, а? Ну вот остались у вас палки. Прибили и все. Дом Бабы-Яги. Ваня, дом Бабы-Яги. Ваня, давай. Вон она спряталась. Нечисть такая. Ты что? А где Сова? Это сова? Прям как из последнего года. Да, вон Сова. Так, папа пошел у нас в дом. Я тоже хочу. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Интересно же, что там внутри-то. Ух ты. Печка. Что там, костей нет? Есть вот. О, кость. Кого-то уже сварили.
Вот такое жилище у бабы-яги тут. Печка настоящая, глиняная. Кровать есть. Травы насушенные. Вот травы. Пойдем. Да? Какая же? Я уже сняла, не упасть бы. Ступеньки такие. Мама, почему тут кости? Ну так это ж баба-яга, она тут всех сварила. Так это ж, ну да, это кость. Мама, смотри. Да? Вот ее штука. Метлой, наверное, метлы такой нет. А, вон у нее метла есть. Пойдем, пойдем, быстрее. Порядок хотел бы. Ну так, все, баба-яга же. Че? Зачем ей порядок-то? Зачем? Вот какая надпись. Нет, нет. Там еще что-то. Вот какой-то мухомор. Где мухомор? Вот. А, гриб, смотрите, какой интересный. Вот такой вот страшненький. Мухоморчик сказочный. Иду, иду, сына. Ну все, баба-яга. Прощаемся с тобой. Спасибо за гостеприимство. Мы пошли дальше. Так, а это что такое, Саш? Какая-то лесенка непонятная. Давай, Ванюша, у тебя ручки не замерзли? Давай руку. Тут видишь горочку, нет? Ага, вот опять значки такие, что клещи тут. Огонь нельзя курить, а вот этот глаз, я не знаю, что это. Смотрите, Боба. Лавочки тут есть для посидеть. Ну, мы дойдем еще до него. Там что? Царевна лягушка. Царевны мертвые спят. Вот тут за гробы там накрытые. Да, тут кихима. Царевна лягушка написана. О. И кихима. А еще здесь написано. Кихима. Что? Сирин. Замок Кощея Бессмертного там, а там кихима. Ну мы раньше подходили. Тут, наверное, обход, да, какой-то? Один. Одеть перчатки, варежки, вернее. Ну иди, папа сейчас оденет, иди. Вон у папы они. Давай, папа, оденем. Вот так вот. Или что? И что, он так будет ходить? Мяч. У него теплые пальцы. Ну все равно прохладненько. Давай еще. Сашуньке тут тепло, он тут у нас весь закопался, да? А мы в тот раз не ходили в Кощея. А, он еще строился. Пойдем, Ванюш. Пойдем спустя рукава. Пойдем, да? Погода такая вот, нависающая, такой этот, облака. Того и гляди, тут что-нибудь, или снег, или дождь пойдет. Но уже дождь вряд ли, так прохладненько. Сейчас плохо, что темнеет уже быстро. Такое состояние уже, как будто вечер. Пойдем, хотя время только 4 час. Ванюш, ну давай, ты тут будешь долго идти, мы так до вечера не дойдем. Вот, моторчик свой включай и поехали. Все тут огорожено вот такими здесь. Саша, что это? Забор. Забором. Типа забор. Смотрите, какой простой вариант забора. Вот так вот забили и все. Корова не зайдет, наверное. Ух ты, там какая-то. Мост. Сейчас подойдем поближе. Русалка там живет. Ванюш, пошли. Нормально пока. Ну. Слава, если у тебя ушки замерзли, одень капюшончик. Ну. Так, Ванюша, иди ко мне, ты тут один не спустишься. Ага, смотрите, тут тоже есть это. Саш, как это? Тарзанка? Не тарзанка же это, а как кататься-то? Ну, пойдем посмотрим, туда сходим. Пойдем, иди, нет, иди ко мне сюда. Куда пошла эта Ванюша? Нет, здесь скатишься ты на попе. А нам нужны ступеньки с тобой. Видишь, какие ступеньки здесь сделаны из дерева, тоже деревянные спилы положили. Ничего интересного? Тогда не пойдем. Да, сейчас уже видите, снег ее там не видно. А раньше она возле воды там русалка сидела, очень красиво было. Ну чего ты плачешь? Мы идем гулять в лес. Сказочный лес. Осторожно, летающие люди. Слышь, Саш, там знак был. Осторожно, летающие люди. Белка, белка, где? Тоже не видно, убежала. Ванюша, смотри, белочка. Вон она скачет. Подождите, я не могу сфокусировать, где она. Сюда, пошла, слава. Ой, так это целый кролик. Это
Побелка. Побелка? Побелка. Да, ничего не видно, но тут с вами я немножко видела, что серушки. Пойдем, пойдем, иди сюда. Вот, песню пою. Успокаивай сам себя. Вот елочки, смотрите. Саш, как аккуратненько, да? Тебе не надо? Елочку. На зиму. Не, нам не надо. Мы больше уже не ходим за елками в лес. У нас искусственная будет. Романтическая качеля. Сейчас нас ожидает. Ванюш, давай побежали до папы. Давай побежим. Бегом, 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 бегом. Давай ручки. Ребята, уже убежали. Так пойдешь? Ну, было, может, шоколадку взять. Ну, конечно. А, нет? Раз, сколько я хотел. Я? Только снимать недолго, неудобно. Ну, пойдем. Ты догоняешь? Ты же будешь спящий принц тут. Пойдем. Не спи это, а то замерзнешь, сына. Замерзнешь в лесу. Идет к тебе Дед Мороз. Вот он какой. Замок. Это дом Кощея Бессмертного. Наверное. Ага, сейчас посмотрим. Да, он закрыт. А да, мы поняли. Здесь живет Кощей Бессмертный, ребята. Так, романтический кошель. Ну ничего себе романтика. Как убьешься там. Посмотрите, ребята, сколько романтики. Ужас. Страшно. Там такой обрыв. А? А тут ремня безопасности нет? Нет. Случайно. Ну давайте садитесь. Ну я и говорю, романтический кошель. Так, она вот так вот крепится к деревьям. Давайте, ребята, садитесь, а я вас поснимаю. Ну, они пускай держатся, а вы лучше не садитесь. Видите, как опасно-то? Обрыв. Так, вот тут внимание написано. Угу. Так, вы позитивно настроенные люди, нет? Да. Третий тут лишний. Да, нельзя. Втроем, вдвоем. Так, дети до 16 лет могут находиться на качелях только в присутствии взрослых. Ну, ладно, мы смотрим, качнем маленько. Вы держитесь крепко. Мама, ты третий лишний. Третий лишний это только. Чуть-чуть, я качну. Держись. Не-не-не, Ваня, ты маленький, еще тебе нельзя. Мы подрасти немножко. Ванюша тоже хочет. Ты на, ну ты что, ты посмотри, как опасно там. Не надо. Нет, я тихонько. Качали, они уравновешены будете. Давай, да. Держись, держись, держись. Да что ты боишься? Я боюсь. Так, Ванюшка разнился, у нас тоже ему надо на качельку. Все, пойдемте, вы сможете слезть сами? Да, аккуратно, Миша, давай прыгай. Дима, блин, подержи его качелю-то. Посмотри, его перекосило. Давай, сейчас. Так, мы идем дальше. Вон, ребята уже нашли еще одни качели, карусели. Там еще кто-то. Где? А? Еще стрелочки есть? Ну, сейчас здесь покачаются. Ух ты! Вот в ограду бы такую. Класс. Держитесь крепко! Саша, дождь пошел. Капает. Ничего страшного. Ой, а вон есть беседка, мы сейчас туда спрячемся. Да, кстати, ребят, смотрите, там есть столики, нужно перекусить. Сейчас мы, наверное, здесь остановимся. Вон есть беседка, если что, сейчас туда пойдем. Вот такая вот. А как, Саша, это правильно называется? Тарзанка? Нет, качеля? Нет. Карусель? Карусель. Ой, Ванюша, а тебе ничего нельзя тут, ну? О, смотри, там какой-то зоопарк. Ух ты, там еще что-то есть. Точно зоопарк там написано, смотрите. Видите, написано здесь зоопарк? Вон там. Ты тихонько подойди, посмотри, что там. Нам скажешь, сходи на разведку. Так, тут такой домик. Можно, наверное, сфотографироваться. Ну-ка посмотрим, что там. А, декорация такая. Ага, здесь можно сфотографироваться. Доча, иди сюда, я тебя сфотографирую. Надюша, иди сюда. Ну ты выгляни в окошко, дам тебе горошка. О, это что за лыжи? Смотрите, какие лыжи. Это для нашей семьи как раз. Все сразу вот так залезете и поедем. Нет, один не сможет ее продвигать. Нужно, чтобы все одели. Класс, класс, класс. Да, вот здесь такая харчевня. Можно здесь перекусить. Никого, кстати, нет здесь. Никто не смотрит. Печка, наверное, такая русская. Ну, наверное, не работает. А, это, наверное, хлебопечь. Хлебопечь. Вот, смотрите, какие тут казаны стоят. Вот для плова, да? Мам, давай хлебушек пожарим. Ага. Ты муки захватил? Это для шашлыков тут. Тут, наверное, поросенка можно пожарить. А смотри, какой. Да? Суперский.
Саша, здесь давайте перекусим. Ну а что, смотри-ка, здесь нормально. Здесь, если что, и дождь переждем. Вдруг он начинается все-таки реально. Он начинается, и он уже хорошо капает. У тебя просто куртка не шуршащая. Ну мы здесь будем переждать его. Какая же гроза-то, Надя, осень же. Да, тут есть даже свет. Ну, свет, видать, автоматически. Включается, как будет темно, он сам включится. Ну, придется бежать нам как-то под дождем. Ну, вроде бы всего час будет дождик, если начнется. Мы по погоде посмотрели. Писать хочешь? Так, все, мы решили перекусить. Да, вот тут заварничек я взяла. Вытащила. Вонюша, не морай мне, пожалуйста, колготки. Вот в него, конечно, там взяли хлебушек он. Был горячий, сейчас уже остыл. Не, надо сначала санечки сюда слить. Что? Водичку. Ну туда потом можно и заварить, в принципе. Ну, но молоко там не вышло, холодное, надо погреть, а? Залим. Ну, сейчас залим. Пусть остынет. А может туда водички налить? Не надо. Ребята, берите, давайте оладушки. Банан берите. А? Чай горячий. Ну и что тебе принести? Я ем. Сашке подвигну молочко, он не хочет. Не хочет, а ладушку кушает-то, да? А ладушку я кушаю, скажи. Дима! Горячий? Да. Вам не достанется ничего? Ванюшка, ку-ку? А где? Папа кушает у нас. Горячий чай пьет. Славик. Надя, ты что без чая? Ты не хочешь согреться? Или ты вон как раскраснел? Тебе так жарко, да? Угу. Миш, ты куда пошел там? А бананы где мыть? Мелкий дождь. Отломайте хлеб, прям так резать не надо. А дай ему тоже отломай. Домашнего хлебушка. Да, это для нашей семьи лыжи. Там смотри, сколько много этих. Вязочек этих для ног. Ну-ка все вместе оденьте. Давайте. Дима, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Еще не хватает двоих. Ой, не упадите. Давайте с правой начните. Давайте с правой. Дима, правую ногу. Первый раз вижу такие лыжи. Вкуснейший хлеб. Правда? Домашненький. Мы его прям горячий взяли. Он же, конечно, остыл у нас тут. О, а вот это по-сибирски. Кусок хлеба. И все. Да, что тут? Возиться еще, скажи сейчас. Сейчас бы еще сало. Я живая? Да. Мама наконец-то перекусит. Чай со вкусом бегемота. А чего? Чабрецом. Вон там еще зоопарк. Фу, мама накрутилась. Ой, пойдем посмотрим, что там за зоопарк. Ну и что там? Никого. Никого? А что там должно быть? Для кого там? Ну-ка посмотрим. Какая избушечка, избушечка. Да ничего нет. Может быть, летом здесь кто-то был? Смотри, это что? Ну-ка, не трогай. Куры породы кохин-хин. Ага, здесь куры были. Наверное, куры здесь были. Точно, он, видите, какой курятник. А ну, здесь точно было. И здесь они сидели. Где?
Вон они вольерчики такие. А, тут не только такие куры. Тут разные. Аляскинский маламут. Он здесь сидел. Это надо по лету приходить здесь. Видишь, всякие курочки. Мини-свинья вот здесь сидела. И здесь свинюшка сидела. Куда тебе вольерчик засунуть? Нет. Там всякие свинки будут сидеть летом. Пойдем. Ну, пойдемте еще смотреть, что там еще есть. А там что? Дом лесника, наверное. Маленький. Ребята еще крутятся у нас. Ты тоже бежишь? Ну пойдемте посмотреть, что там. Что это за тюрьма такая? Куда ушел? Вот какие-то камушки. Тоже какой-то загончик, наверное, для скота какого-нибудь. Для крота? Ничего нету. Просто вон полы камнями выложены и на окнах решеточки, даже двери нет. Непонятно что. Ваня, пойдем. Тюрьма? Да. Ну все, тюрьма это. Пойдем. Ваня, пошли. Папа не знает. Ванюша взял себе палочку на память. Надо же что-то унести, да, Ваня? На память-то надо взять. Саша, ты что, все забрал? Ты все забрал? Ну, пойдем смотреть. Если еще что-то найдем, посмотрим, мы будем выдвигаться. Пока. Нет, мне это неизвестно. Ваня, что ты там делаешь? Вы дома поиграй. Сейчас тут где играть-то? Домовой? Вряд ли. Иди, иди за ним, иди. Пойдем. Где там? Кто тебе сказал? Папа, по-моему, туда пошел. Ты сейчас заведешь нас, пробка никуда не будет. Папа там. Вон папа идет. Это дяденька там ходит. Тоже посетитель. Это там дяденька ходит. А что, наелась? Наелась. Вон папа идет. Смотри. Погуляли, сюда можно в гости сходить. Угу. Да, у нас тут недалеко живет бабушка, а Сашина мама, моя свекровка. Если сейчас мы до нее дозвонимся, если она не на работе, то мы заедем горячие ключи к ней в гости. Я всегда домой. Ага, ну. Пускаешь. Сейчас выйдем из леса. Ну, что могу сказать? Интересно, когда, наверное, здесь солнышко, так вот и снега нет. Летом вообще здоровски, так вот с ребятами а приехать. Зимой там, наверное, горка будет еще. Зимой, наверное, горка там будет, там, да? Где мы скачали. А так сейчас вот тут темнеет быстро. Ой, что там? Дупло, да? Птички выбили. Ну вот, и сейчас вот так вот прохладненько и темнеет. Вот. Ага. Брусничка. Это ягоды. Это брусники. Да. Брусника, листочки. Очень полезно, ее можно пить, и будут почки чиститься, будет воспаление проходить. Да. Чистили бруснику, и там был паук, который, помнишь, что мне говорил, я знаю, что он будет вонять. Как это ж клоп? Клоп? Клоп, ну, Ванюша, папа, впереди, пойдем. Пойдем. Похож на паука. Похож на паука. О, сколько брусники, посмотрите. Сколько здесь брусники. Все вообще брусники. Листочков сколько много. Вот куда за брусника-то приезжать? Да. Заплатил билетик и пошел тут весь день с ведерышком. Она собирала. Да, наша-то где уже? Надо догонять. Ванюш, ну все, давай рванули. Ванюш, давай догоняй. Что ты делаешь? Кидаешь? Все, мы тут нагулялись, надышались и собираемся ехать домой. Это знаки, ну. Так, а почему вот... Пиши, глаза, непонятный знак, конечно, глаз этот, я не знаю, что это. Можешь смотреть внимательно? Можешь смотреть внимательно. Пойдем, Ванюш, давай мне ручку. Ой, давай. Ну, давай в горочку, пойдем сейчас потихоньку. Наверное, где-то часик-то гуляли. Ванюша, давай мне руку. Если ты сейчас здесь упадешь, а тут такая грязь, ручки будут у тебя грязные. Пойдем, давай, давай, я тебя держу крепко, пойдем. Да, видишь, туалет это. Сейчас до бабушки, если дозвонимся, еще поедем горячий ключ, это здесь по пути. Ну, а домой нам нужно абсолютно в другую сторону, конечно. Ну, просто он тут недалеко живет. Надо будет ехать попроведывать ее. Давно уже не были. А вот знаешь, что? Что? Вот, а почему, когда я была возле избушки, не видела ни ног? У избушки куриные ножки эти? Не знаю. О, сейчас мусорки еще сними, вонти. Мусор как распределяют. Ну, неужели это в Россию пришло? Даже не верится. А там, видишь, отдельно бумажки, стекло отдельно, металл. Что там еще? Пластик. За границей, наверное, уже так давно. Такие мусорки. Пластик, что говоришь? Ну, надо летом сюда приехать.
Зимой сейчас уже здесь делать, мне кажется, нечего. Ну, а может быть, здесь еще что-нибудь сделать. Вот мы проходим мимо этих. Как они? Пижамок, пижамок. Побежали? Ну, побежали. Я-то не против. Давай, побежали, побежали, побежали. Давай, побежали. Ванюшка, побежали, побежали, побежали. Ну что, Надя, какие впечатления? Расскажи нам. Хороший класс, да? Лиз, тебе понравилось? А? Лиз? Лиз, ты что, обиделась? Лиза? Лиза, что-то обиделась. Упала там немножко. И обиделась, и что она упала, бедный снег прям. Блондинка что? Обижается очень быстро. Ну ничего, скажи. Это хорошо. Всякие нужны брюнетки и блондинки. Ты сам пойдешь? Ну давай. Ты сам пойдешь домой? Да. Я видела, уже снимала в самом начале. Только непонятно, кто это. Там осели, а там мух. Почему? Потому что мух на той стороне. А, ух ты, молодец какая. Выучила в школе, да? Да. Ну, хоть что-то. В смысле? Хоть чему-то в школе учат. Я хочу вот. Что там? Я думала, ты дерево хочешь потрогать. А, муха она хочет потрогать. Ой, мне надо тоже домой мох. Я хочу поделочку сделать из муха. Но мы здесь не будем брать. Потом я папу попрошу, чтобы привез. Вон тем господам. Говорите спасибо. Давай, жми ему руку. Руку ему пожми. Или это ноги у него. Ну все, лесовичок. Пока-пока. Спасибо тебе за то, что пустил нас. И тебе спасибо. Все, придем летом. Пока-пока. Все, мы вернулись к машине. Сейчас обуточки почистят все, чтобы машину почище сесть. И поедем уже домой. Или к бабушке сейчас позвоним. Пока мы поедем. Ребят, мы вот только зашли. Представляете, дождь пошел, как мы успели до дождя. Видите, капельки. Вот только сели, и дождь пошел. Вот слава богу, что успели погулять. Вон, видите? Все, снега не будет, дождик у нас сегодня. Будет, наверное, ночью. Ну, может, ночью будет.